Теперь я абсолютно убежден, что в судный день Господь наш Иисус задаст один единственный вопрос. Верил ли ты, что я и вправду любил тебя? Индивидуалист.рф. Скоробей.орг. И переводчики фильма. Олеся Лисичникова. Динара Мамбетова. И Егор Колодин. Представляют. Попробуй еще. Все-все, без исключения. В конце концов, мы все умрем. И в этом нет нашей вины. Такова наша судьба. Бродяга. Сердце окутано ложью, которая почти разрушила меня. Сегодня у нас в гостях Рич Маллонс, один из известнейших исполнителей христианской музыки. Добро пожаловать к нам, Рич! Рич, нам известны многие ваши хиты. «Господь всемогущий», «Восхвали Господа» и «Или один из них». Вы занимали верхние строчки хит-парадов, неоднократно номинировались на премию «Голубь мира». Но давайте пока оставим ваши музыкальные достижения и поговорим о вас. Расскажите нам, с чего все началось? Как вы пришли к вере во Христа? Знаешь, Рэнди, я стал христианином не потому, что услышал какую-то песню или книгу прочитал, хотя люблю читать. Прийти к пониманию Бога как такового мне помогли сами верующие. Я стал христианином не потому, что кто-то объяснил мне основы христианской веры, а потому что верующие люди делают ее крепче.
Давай догоняй! Штат Индиана, 1962 год. Можно сказать, моя история началась здесь, в небольшом городке штата Индианы. Мой отец был фермером и, вне всяких сомнений, самым трудолюбивым человеком, которого я знал. Как и все мальчишки в детстве, я мечтал стать таким, как он, таким, как мой отец. Но с самого раннего детства я убеждался, раз за разом, вновь и вновь, что фермерство — это не мое. Держи ровно. Ты его починишь, папа? Нахрен, да держи ты ровно! Клапаны полетели. Чем ты заправлял? Бензином, как ты и говорил. Как я и говорил? Да я вообще такого не мог сказать. Какой еще нафиг бензин? Как тебе только в голову это пришло? Иди-ка сюда, мелкий, читай, что тут написано? Что тут написано, Уэйн? Дизель. Именно, дизель. Нельзя заправлять трактор бензином. Сын. Прости меня, папа. Да твоим прости эту штуку не починишь, говнюк. Нахрен, блин! Нас, пятерых детей, растили мать с отцом. И как это часто бывает, с деньгами было туговато. Когда я был еще маленьким, скончался мой младший брат. Родителям пришлось нелегко. Хотя я был ребенком, я очень хотел им как-то помочь. Но не мог. Почему ты не сказал, что трактор заглох посреди поля еще утром? Отвечай! Я боялся, что ты рассердишься. Я просто не понимаю, почему ты портишь все, за что берешься. Я бы хотела, чтобы ты был с ним поласковее. Может, что? Куда уж мягче? Пускай характер закаляет. Он все время витает в облаках. Ему нужно знать, что ты его любишь. Парню надо держаться подальше от трактора. На прошлой неделе полетел мотор. Сегодня не одно, а все четыре колеса угодили в яму. Джон, он лишь... Четыре, Нива. Четыре. Ремонт обойдется в 300 баксов. Я уж молчу, что время потрачено впустую. Ему будет не до любви, когда мы все будем помирать с голоду. Нива, он наш старший сын. Если он не научится, то кто будет управлять фермой, когда придет время? А что, если это все не его? Ты хороший отец. Она умничка, правда? А неплохо звучит. Вот вы где. Ты что удумал? Джон! Тебе не понравилось, мама? Нет, что ты? Ты молодец. Джон! Штат
Штат Индиана, 1965 год. С годами музыка для меня стала единственным смыслом в жизни. Я преуспел в этом деле, играя на фортепиано. Я испытывал нечто такое, что казалось, именно здесь мой дом. Что, по-вашему, видит вас Господь? Вы задавались подобным вопросом? А следует. Ведь ваше восприятие Господа оказывает влияние на все аспекты вашей жизни. В послании к римлянам Павел, цитируя Исаия, говорит об истине. «Среди нас нет праведников, ибо все мы грешны. Но Господь всех нас любит». Прекрасно, Ричард. Спасибо, миссис Калнер. А теперь сыграй все по нотам. Сын, нам пора. Он мой лучший ученик. Значит, хоть в чем-то он преуспел. Но точно не в фермерстве. Пошли, парень! Люди постоянно говорили мне, что Господь меня любит. Но я едва мог этому верить. Мне казалось, я ему просто не нравлюсь. Может быть, потому что все говорили о том, что отец меня любит. Понимаете, нас с отцом вообще ничего не связывало. То, что было знакомо и понятно ему, было чуждо и непонятно мне. И наоборот. Говорят, что время все лечит, но жизнь показывает, что со временем все становится только хуже. Ненавижу, что я такой. Думаю, Господь знает, что делает, Уэйн. Да отец меня ненавидит. Твой отец тебя любит? Нет, он любит Дэйва и Ллойда. Он их понимает. Но любит вас всех. Хотел бы я быть похожими на них. Я чувствую себя лишним. У Бога на тебя большие планы, поверь мне. Тебя ждет нечто большее, я знаю. После окончания школы я не знал, куда мне податься. Дом стал тем местом, где нужно было научиться жить в тишине. Я с отцом все больше отдалялся. Он уходил в себя, а во мне копилась обида. В ту пору я чуть было не разорвал все отношения. Но я не захотел сдаться и уйти, поскольку это было не в моем духе. И вскоре я понял, что Бог может обратиться к нам весьма неожиданным образом. Что вы скажете по поводу обвинений вашего отца? Вы смеете отрицать предписание Пресвятой Матери Церкви? Как вы можете пренебрегать родным отцом? Вам даровали богатства, которых вы недостойны, и теперь вы решили отвергнуть их? По какому праву вы так поступаете? Я хочу быть свободным. Быть свободным, как орел, парящий в облаках. Свободным, словно луна на ночном небосводе. Земные блага, знатное происхождение — все, к чему стремится общество. Не для меня. Но ты мой сын! Я больше не твой сын. Святой Франциск был фанатиком. Я имею в виду, он просто неистово верил в Иисуса. В результате он отказался от всего, что имел. «Зачем ты так поступаешь? Господь всех нас призывает, но лишь немногие ему отвечают». Я во многом был похож на святого Франциска. Но знаете, его вера в Христа была невероятной. А я такой веры не имел, но очень хотел ее обрести. В глубине души я чувствовал, что если хочу обрести веру, то мне придется уехать из дома. И я уехал. Библейский колледж в Цинциннати.
1974 год. Знаете, это очень интересно. В моей жизни настал момент, когда я решил всерьез задуматься о своей вере, пока ее окончательно не утратил. Трудно сказать, что библейский колледж был местом, где можно было укрепить свою веру. Но именно с него я и начал. Эй, что ты делаешь с моими вещами? Я думал, что лучше всего спать, когда... Ты думал, было бы неплохо? Позволь задать тебе один вопрос. Ты когда-нибудь смотрел опасности прямо в глаза, да еще и вел разговор с ней? Я Сэм! Просто шучу, приятель. Ты должно быть Рич. Да? Рад тебя видеть, чувак. Признаться, ты меня напугал немного? У меня специфическое чувство юмора. Думаю, ты оценил. Я думаю, все. Мы с мамой возвращаемся. Круто? О, привет. Я Моррис. Здорово, пап. Здравствуйте, Моррис. Я Рич. Я отец Сэма. Очень приятно. Все, пап, можешь идти. Да, нам уже пора возвращаться. Пап, я люблю тебя. И я тебя. Ладно, парни, отдыхайте. Увидимся. Приятно было познакомиться, Моррис. У меня есть вопрос. Ты мне показался крутым парнем, но понимаешь, я не пользовался особой популярностью среди девчонок в школе, и я хочу, чтобы ты ответил прямо. Это борода. Полнит меня? Нет, я серьезно. Даже не знаю, что ответить. Справедливо. И вполне ожидаемо. О, чувак! Да ты, выходит, хулиган! Время в библейском колледже шло довольно быстро. Мы с Сэмом поладили и очень скоро стали хорошими друзьями. В колледже я стал задумываться над многими вопросами. О церкви, власти. Хотя это было не особо популярным на факультете. О, ты играешь? Да, конечно, я все время играю. Разве не заметил в чехол? Сыграешь? Конечно! Давай! Мы с Сэмом собрали группу под названием «Зион». Стали играть в разных забегаловках по всему Цинциннати, а затем и в церковных залах. Чем больше я играл, тем больше осознавал, что я хочу не просто играть. Я хотел вести за собой людей. Будучи выпускниками, вместе с ребятами из группы мы покинули общежитие. Чудесно было ощущать Божью благодать, проходящую сквозь меня, даже на таком маленьком этапе, как Цинциннати. Он прекрасен. Да, он хорош. Снова повтор мелодии. Ричард! Ричард! Я вроде бы тебе запретил играть в общежитии. Мало ли ты сломаешь еще одну фортепиано. Простите, мистер Уолтес. Это я попросил Ричарда сыграть. Это моя вина. В понедельник утром приготовься рассказывать наизусть первую главу Исаия ровно в 8 у меня в кабинете. Без проблем. Закругляемся. Это было так здорово. Расслабься, это всего лишь одна песня. Это было потрясающе. Просто волшебно. Спасибо. Священное Писание. Вы арестованы. Заметил, да? Заметил. К счастью, он уже задавал мне эту главу. С ним явно что-то не так. Это же просто смешно. Привет. Это было сказочно прекрасно. В жизни ничего подобного не слышала. А, привет, я Бет. Я Рич. Приятно познакомиться. Ты умеешь петь? Да. То есть, дома, в церкви? Тебе надо петь с нами? Ты даже не слышал, как я играю, в смысле пою. О, да брось, я уверен, ты справишься. Это моя подруга Джесс. Скажи привет. Привет! Это восхитительно. Ты тоже. Да нет, это ты. Я вообще не пою. Нет, это не то, что я имел в виду. Было приятно познакомиться.
Да. Еще увидимся? Да. Пошли. Хорошенькая, да? Довольно милая. Я делал все, чтобы избегать ее. И старался сосредоточиться на группе или учебе. Но получалось не очень. С того момента, как я встретил Джесс, я не мог выбросить ее из головы. Извини за машину. Я думал, что разбираюсь в машинах до тех пор, пока ничего не ломалось. Думаю, с самого начала было ясно. Да, извини, что так вышло. Все в порядке. Лучше продолжу игру на фортепиано. В этом общежитии много своеобразных дверей, но эти, пожалуй, мои любимые. Красивые. Не хочешь присесть ненадолго? Давай. Так ты пишешь. Сам. Да так, дневник. Дневник? Какая же ты таинственная. И о чем ты там пишешь? Мечты. Страхи. Мечты о чем? О мужчине, за которого выйду замуж и буду с ним жить. Наш дом. Дети. Собака. Это то, чего ты больше всего хочешь? Yeah. Да. Yeah. Дом и того, с кем его можно будет разделить. What а какие you... страхи? Одиночество. Yeah. Нет, я имел в виду... Временами я сама себя не понимаю. Чувствую себя одинокой. Это вроде... Бездны. Даже когда ты берешь за руку и просто прикасаешься. Типа того. Сейчас тебе тоже одиноко? Нас с Джесс сильно тянуло друг к другу. Следующие несколько месяцев стали одними из лучших в моей жизни. Ведь я провел их вместе с ней, рассказывая разные истории и просто мечтая. Словно два одиноких человека, которые нашли друг друга во тьме. Когда я был с Джесс, я чувствовал. Чувствовал что-то, чего не чувствовал уже давно. Я чувствовал себя дома. Песня должна продолжаться, как жизнь. Восхвалим же Господа Бога нашего. Давайте встанем и споем еще раз. Аллилуйя, восхвалим же Господа. Я мог бы и не говорить об этом. Здорово! Это и есть тот самый парень. Потрясающе. То, что нужно. Брайан. Весьма необычно. Мне нравится. Достала уже эта однообразность. То, что мне нужно. Да. Пожалуй, я согласен с Эми. Песня хороша. Ладно, я позвоню ему. Рич! Ричард! Возьми трубку! Иду, иду. Возьми, наконец, трубку. Кто это? Ты что так раскричалась? Это же Нэшвилл! Мне целый город, что ли, звонит? Какой-то парень со студии, на которой записывается Эми Грант. И он хочет с тобой поговорить. Твоих рук дело? Нет! Гэри, это не я. Это Бет, явно Бет. Просто возьми трубку. Выключи. Алло, это Рич Маланс?
Да, он самый. Рич, это Брайан Бантри из Нэшвилла. Слушаю, чем могу помочь Брайан Бантри из Нэшвилла? Рич, Эмми Грэнт услышала твою песню «Восхвалим же Господа Бога нашего», и она хочет включить ее в свой новый альбом. А кто это Эмми Грэнт? Ты шутишь? Не понял. Извините, продолжайте. Так вот, мы хотим пригласить тебя сюда, в Нэшвилл, подписать контракт. Ух ты, спасибо, Брайан, но мне это не интересно. Не интересно? Послушай, Рич, я думаю, ты не совсем понимаешь, что мы тебе предлагаем. Это изменит твою жизнь. Я не совсем уверен, что мне нужно что-то менять. Хорошенько подумай. Это подарок судьбы. И, возможно, стоит его принять. Хорошо, я подумаю. Договорились. Надеюсь, ты передумаешь. Спасибо, что позвонили, Брайан. До свидания. Что? Нам нужно поговорить о Нэшвилле. Мы не станем это обсуждать. Я никуда не поеду. Ты должен ехать. Ладно, ну ты со мной поедешь? Ты же знаешь, я не могу. Мы еще не женаты. Так в чем проблема? Дело в родителях? Не только в них. Ты знаешь, чего я хочу. А тебе в жизни нужно совсем другое. Ты не должен оставаться в Цинциате и гнить здесь. Должен, если ты рядом. Тебе здесь не место. Джесс, это я. Тебя не было на сегодняшнем выступлении. Я ждал тебя. Позвони мне. Понять, почему ты рушишь все, к чему притрагиваешься? Рушишь все, к чему притрагиваешься. Джесс, это я. Позвони мне, пожалуйста. Я просто хочу поговорить с тобой. Мне просто кажется, мы... Я просто хочу поговорить о том, что происходит между нами. Я хочу убедиться, что все в порядке. Я чувствую, что теряю тебя и не знаю. Давай все вернем, как было. Если я что-то натворил... Джесс, если проблема во мне, просто скажи. Привет, мам. Все в порядке? Просто соскучился по вам. Хотел поздороваться. Нива, мне вставать в 4 утра. Успокойся. Мам, я могу поговорить с папой? Да?
Эй, он хочет с тобой поговорить. Скажи, чтобы позвонил в более подходящее время. Он просил передать, что любит тебя, и позвонит тебе позже. Он не говорил этого, мам. Ты же знаешь, отец любит тебя, просто ему завтра на работу. Мива, сейчас не время выслушивать этот бред. Положи эту хрянову трубку. Он просто устал. Ладно, извини, что так поздно. Да все хорошо. Люблю тебя. Эй, Рич! Сэм? Да, иди сюда. Где ты был? Да ты пьян. Отвечай! Мы с Гэри в кино ходили. А меня почему не позвали? Приятель, тебе бы проспаться. Ты пьян. Я в порядке. Ложись к себе. Ты точно пьян? Поспи. Что это? Верблюд, блин! А ты что подумал? Это не верблюд. Сэм. Да. Мы правда друзья. Сэм позвал меня в Уичито погостить у него и разобраться в себе. Звонок из Нэшвилла перевернул все с ног на голову. И я не знал, как вернуть все на свои места. Я все больше стал задумываться, не были ли слова Джесс правдой. Я должен был уехать. О, Рич. Я скоро вернусь. Молоко закончилось. Морис, давай поговорим чуть-чуть. Да, конечно. Тебя что-то беспокоит? Много чего. И Нэшвилл. Вы тоже об этом слышали, да? Угу, да. Джесси не хочет ехать, и она даже и слышать ничего не хочет о гастролях, но я не знаю, как буду без нее. Но ты сам-то хочешь поехать в тур, играть свою музыку? Разумеется. Однако я не хочу ехать один. Да уж. В отношениях такое бывает. Мы не можем решить все проблемы. Если ты бросишь одну мечту ради другой, в итоге ты можешь лишиться обеих. Такое тоже может случиться. Вы не задумывались, почему у Иисуса не было девушки? Очень любопытно. И почему же? У него не было дома, куда ее можно было бы привести. Он ведь был настоящим бродягой. Я хочу сказать, единственное, что я подумал, Иисусу бы не понравился Нэшвилл. Я имею в виду все эти глупые песенки. Это жалкая попытка сделать легкие деньги на его имени. Может, поэтому он хочет, чтобы ты стал частью этого? Не знаю, нужно ли Богу, чтобы я уехал в Нэшвилл. Полагаю, что не нужно. Но он зачем-то хочет, чтобы ты был там. Просто будь осторожен. Если считаешь, что обрести святость можно лишь в правильном месте или занимаясь правильным делом, то ты заблуждаешься. Я имею в виду, что святость по-настоящему можно обрести, если всегда верить в Бога. В своей жизни я понял, что многое знаю и многого не ведаю. Но если ждать и искренне верить, конечно, я не получил всех ответов, но был по-настоящему поражен тем, что осознал. Теперь я точно знаю, что Господь любит тебя, независимо от твоего решения. И Он будет с тобой. Он будет с тобой в этом путешествии. Это хорошо. А что насчет девушки? Да. Что ж, я не знаю всего о женщинах, но я женат на одной женщине вот уже 20 лет. И мы вместе, потому что она говорит: «Купи молока». И я иду и покупаю молоко. А потом беру мороженое. Я вас понимаю. Шоколадное с орешками, да? Точно. Ну, я скоро вернусь. Спасибо, Морис. До скорого. Его еще нет? Сейчас придет.
Прежде чем я продолжу, давайте кое-что проясним. Успокойтесь, нам не впервой все пройдет как по маслу. Но не в моей церкви. Во-первых, вам, парни, не мешало бы обзавестись обувью. Вы в доме Господнем. И приведите себя в порядок. Застегните рубашки, имейте хоть каплю уважения. Я буду говорить о таких вещах, как святость, дисциплинированность и исправление. Я хочу, чтобы вы сыграли так, чтобы мои слова действительно дошли до каждого. Все поняли? И я надеюсь, что вы останетесь послушать мою проповедь. Что ж, Гарри, надо будет сказать Ричарду. Если вы действительно хотите укрепить свою веру, советую прислушаться к этой книге. В ней заповеди и запреты. Будете ли вы следовать заповедям, или выберите запреты? Изион попробует поставить точку. Перед уходом я задам вам один вопрос. Стал бы Христос вами гордиться? Не хочу показаться неучтивым, знаю, мы здесь гости. Но думаю, что хуже всего в церкви — неискренность. Кажется, теолога Карла Барта однажды попросили назвать самое мудрое теологическое высказывание. И вот что он ответил. «Иисус любит меня, я знаю». Ведь так говорит мне Библия. Мы принадлежим Ему. Мы слабы, а Он силен. Да, Иисус любит меня. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Так говорит мне Библия. Если я где-то услышу, что христиане лицемерят, я рассуждаю так, приятель, каждый раз, когда мы лицемерим, потом нам все равно придется раскаяться. Необходимость верить, потребность любить. Насколько все это искренне? В церкви это особенно ощущается. Здесь нет нашего эго. Последнее время я боролся с самим собой. Но Он все равно нас любит. Думаю, мне стоит отправиться в Нэшвилл. Поеду я или нет? Думаю, это не очень важно. В конце концов, не так уж это и значимо. Да, Иисус любит меня. Так говорит мне Библия. Tells me so. Он пока еще не созрел для Нэшвилла. Я вижу. Hey! Ты ведь не собирался уехать, не попрощавшись? Не забывай меня. Конечно, я буду скучать. Из-за тебя я впутался в историю с Нэшвиллом. Ты просто не хочешь уезжать без Джесс. Поэтому выше нос!
Ты же не забудешь нас, правда? Ричард! Мне пора бежать. Но помни, что мы твои настоящие друзья. Я буду скучать по тебе. Пора в путь. Ты как? Она права. Я приуныл. Все будет хорошо. До нас будет 5 часов езды. Я сделаю все, что угодно Богу. Это будет, конечно, непросто. Ладно, не дрейфь. Убери вещи назад. Проеду с тобой до черты города. Только за кошельком сбегаю. Эй! Эй! Кажется, ты прихватил с собой пару моих рубашек. Переезд из Цинциннати в Нэшвилл дался мне труднее всего. Я чувствовал, что меняю одну жизнь на другую. Но я не мог избавиться от ощущения, что по каким-то причинам этого хотел сам Господь. Когда я приехал, все завертелось. Песня «Восхвалим Господа нашего» принесла Эми известность, и ее альбом стал лидером продаж за всю историю христианского радио. Естественно, от меня ждали еще песен. Сочинять музыку мне было в радость, но больше всего я хотел записать собственный сингл. Я вел переговоры со студиями, но без особого успеха. Мне казалось, что я не вписываюсь в современную христианскую музыку. Помимо всего, написание песен и гонорары дали мне то, чего раньше у меня не было. Постоянный доход. Не то чтобы я был недоволен тем, что у меня есть, но деньги, которые я здесь получал, не могли изменить того факта, что я сильно скучал по своим друзьям. Особенно по Джесс. Ты обрел любовь, что греет, что не лжет и не предаст. Славь Творца! Он был вдвое щедр к тебе. Красивая песня. Все хорошо? Был важный разговор с Мэттом и Брайаном. Еще один? И более серьезный. Похоже, ты не любишь играть по правилам. Эми, о каких правилах ты говоришь? Я живу здесь, пишу музыку. Не пойми меня неправильно. Да, мне нравится писать музыку для тебя, для других. Но я хочу записать собственный альбом. А они даже слушать меня не хотят. Спросишь, почему? Я хочу сказать, что я тоже завишу от них. Они говорят, мои песни слишком мрачные. Типа не такие веселые, радостные. Короче, отвратительные. Что ты играл, когда я вошла? Тебе понравилось? Да. Правда? Да. Yeah. Честно-честно. Честно. Так что ты играл? Я написал эту песню на свою свадьбу. Сыграй ее? Да. Конечно. Это был припев. Будь доволен всем, что преподнес тебе Господь. Не иди наперекор своей судьбе. Ты обрел любовь, что греет, что не лжет и не предаст. Славь Творца, Он был вдвое щедр к тебе. Рич, ты обязан отдать эту песню мне. Я хочу ее спеть. Извини. Это для другой девушки. Thank you.
Знаете, меня часто спрашивают, каково это ощущать, что Бог рядом? А я отвечаю, знаете что, я и сам этого не знаю. Вспоминая жития святых, не думаю, что они тоже ощущали. Понимаете, Бог рядом — это не ощущение. Бог рядом — это смирение. Если мы не будем смиренными, мы этого не поймем. Как жизнь, приятель? Привет, Рич. Классный был вечер. Спасибо, неплохо прошло. Мы можем поговорить? Да, валяй. Что стряслось? Ничего, просто я хотел поблагодарить тебя за твои слова. Пожалуйста, дружище. А что конкретно я сказал? Да много чего. Я не чувствую, что Бог рядом. У меня такое ощущение, что я борюсь с одиночеством. Раскрою тебе один маленький секрет. Такого в воскресной школе точно не расскажут. Все библейские герои, все они, боролись с тем же чувством, с одиночеством. Просто некоторые из нас не боятся этого признавать. Понимаешь? Да. Это мой отец, мне пора. Я буду помнить об этом. Спасибо, Рич. Я надеюсь, рад знакомству. Доброй ночи, доброй ночи. Каждый такой разговор или минутное знакомство напоминали мне, что несмотря на изъяны и шаблонность индустрии христианской музыки, мне есть что сказать от имени Бога. И для этого есть сцена. Я понял, что музыка может значить нечто большее. Но в этот вечер запись песен была под угрозой срыва. Пришлось быть крайне настойчивым. Ты читал мое письмо? У меня не было времени. Но это важно. Пообещай, что сегодня же его прочтешь. Да в чем дело? Я хочу записывать свои песни. Ты знаешь, я ценю тебя как композитора, но не думаю, что ты можешь стать певцом. Прости, обсудим это потом. Когда придет это время, Мэтт? Рич, да что с тобой? Ты хочешь это обсудить? Перед Эми? Имею на это полное право. Ты серьезно хочешь записывать свои песни? Тогда придется все поменять. Тебя, твой имидж, манеры, умение держаться на публике. Но мои песни, я думаю, они сыроваты. Жизнь показала мне, как бы мы ни пытались, каким бы нормальным ни казалось одиночество, ведь ты пока свободен. Временами мое сердце было каменным, временами растерзано. Лишь ты могла все исправить. Если они относились ко мне как к нищему или восхищались как принцем, ставили на мне крест или развеяли мой прах по ветру, мне все равно, потому что я хочу уйти словно Элай во время урагана, чтобы запрячь огненную колесницу. А когда я вновь посмотрю на звезды, они словно свечи в Центральном парке. Сказав мне прощай, мое сердце не разобьешь. Я думаю, он созрел. Таким образом, студия дала мне шанс, и со мной подписали скромный, но контракт. За пару месяцев я записал свой первый альбом, который назывался «Rich Mullins». Я отправился на гастроли с Эми, выступал на разогреве публики. Мне кажется, выступать и путешествовать гораздо интереснее, чем торчать в студии. Может, это от того, что я не особо любил Нэшвилл, не знаю.
Музыка всегда была частью меня, и я хотел делиться ею с другими. Каждый вечер я встречал много людей, и это было здорово. Это забавно, но когда встречаешь столько новых людей каждый день, можно ли чувствовать себя одиноким? Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к вам через пару минут. А вот и он, наш рок-звезда! Она спела лучше тебя, парень. Да, она очень талантлива. Как себя чувствуешь? Нормально, идем. Привет, мам. Я так горжусь тобой. Уэйн? Привет, пап. Подстригись, а то на девчонку похож. Мы столько не виделись, разве тебе больше нечего сказать? Это была ж просто шутка. Не будь таким неженкой. Видимо, в наши дни пианисты могут носить любую прическу, какую захотят. Рич, ты не мог бы организовать шум дождя? Конечно. Ваш сын очень талантлив. Вы, должно быть, им очень гордитесь. Я горжусь всеми своими детьми. 2 сыновьями, 2 дочерями и пианистом. Мне пора. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы изобразим шум дождя. Согласны? Сейчас я разобью вас на 3 группы. Первая группа. Прекрасно? Ответь. Алло? Hello? Джесс. Это я. Привет, Ричард. Hey, Richard. Прости, что не приехала. Что ты, забудь. That's fine. Слушай, у тебя есть планы на выходные? Мы будем проездом в Цинциате. Рич, я помолвлен. Мне жаль. Я просто... Не знаю. Я подумала, ты должен знать. Знаешь, я будто призрак. Даже не знаю. Мне больше никто не интересен. Женщина, которую я люблю, выходит за другого. Значит, так тому и быть. Вероятно, так и должно быть. Я не стану ничего менять. Возможно, Бог не хотел, чтобы я женился. И он показал мне это, разбив мое сердце. Значит, песню, которую вы написали для свадьбы, вдвойне хорошо, вы отдали эмигрант. Но почему? Иногда приходится чем-то жертвовать. Понимаете? Иногда у тебя нет выбора. Женщину, которую я люблю, вышла за другого. Значит, так тому и быть. Что ж, в таком случае, мне кажется, эта песня крайне неправдивая. Почему же? Потому что выходит так, что Бог не послал вам любовь, что греет, что не лжет и не предаст. Значит, Он не был вдвое щедр к вам. Господь не может посылать нам только хорошее. Гораздо лучше, когда мы это заслуживаем. Нужно быть благодарными за то, что имеем.
Отлично. Ужасно. Мне нравится. Брайан, может, если изменить... Нет, я не хочу. Я вообще не хочу ее записывать. Потому что из-за этой песни я не хотел приезжать в Нэшвилл. Ты выражаешь свое мнение, Маланс, и никто не держит тебя под дулом пистолета. Мы просто хотим помочь. Что-то незаметно. Слушайте, парни, да, мои песни необычны, но нельзя вставлять слово «Иисус» куда ни попадя. Речь, у тебя и так уже много тоски и обреченности в других песнях. Это плоховато. А вот если бы в песнях было больше оптимизма, я не собираюсь быть христианской поп-звездой. Я пытаюсь сказать нечто важное, ясно? Я не хочу менять музыку. Да? Значит, пришло время что-то изменить. Мы думаем, ты не против новой машины и нового дома в твоей песне. Верно? Не портите мои песни. Рич, мы не хотим портить твои песни, чего ты? Но для того, чтобы люди слушали твою музыку, нам нужно продавать записи. А для того, чтобы продавать их, нам нужно приятное звучание. Да, проблема в звучании. Проблема во мне. Я понял, все ясно. Что ты делаешь? Ты не можешь уйти в процессе записи. Да вы и слушать меня не хотите, что я вам говорю. Он не собирается петь эту песню. Что ж, если он ее не споет, ему придется написать что-то другое. Нам нужна еще одна песня для альбома. Он самый талантливый из тех, кого я встречал. А что, если он так и не станет успешным? Алло? Привет, Рич! Привет, Гэри! Что случилось? Я знаю, ты занят, но мой друг просит об одолжении. Ты не мог бы дать концерт? Не знаю, дружище, смогу ли я. Студия и так на меня давит. Это резервация коренных жителей, индейцев. Серьезно? Да, это в Аризоне. Почти 1 000 000 миль от Нэшвилла. Я знаю, что ты дико занят записью нового альбома. Хорошо, я согласен. По правде говоря, я был только рад уехать. Я уже и на Луну был готов сбежать, лишь бы убраться подальше от студии звукозаписи. Единственное, что я знал о резервации, это его название – Window Rock. Она находилась бог знает где. Я не знал, чего ожидать. Проезжая по резервации, я оказался будто в чужом мире. Место было красивое и в то же время печальное. Дети играли на обшарпанных улицах. Многие дома совсем пустовали. Здесь было очень много бедняков. Очень. Я остался здесь на несколько дней, работая с группой молодых священников. Я имел возможность узнать поближе некоторых детей и выслушать их истории, плохие и хорошие. Это был колоссальный опыт. Уезжать отсюда я не хотел. Свет выключат через 10 минут! Здравствуйте, Рич. Как поживаешь? Мне очень нравится ваша футболка. Да, она мне тоже нравится. Знаешь что? Думаю, она тебе будет в самый раз. Спасибо. Держи, она твоя. Можно с вами поговорить? Конечно, садись. Должен сказать, что как только мы сели, этот парнишка начал говорить без умолку. Он мне рассказал о том, что буквально полгода назад он выстрелил себе в живот. Мы говорили почти до ночи о депрессии и отчаянии, и о том, как он потерял надежду, как отчаялся до такой степени, что пытался покончить с собой, а потом осознал, что даже это не получилось.
Я старался изо всех сил подобрать правильные слова, дабы он понял, что не одинок. В итоге слова вылились в песню. Цепляясь за шар, что на небесах, заброшенный на орбиту. Вот это да. Рожден ли ты ползать или летать? Кажется, что все равно далеко не забраться. Кто-то ждет, пока у него вырастут крылья. Но ведь его сердце способно летать. Ты почти на грани чуда. Оставайся рядом. Ты почти на грани чуда. Открой глаза и смотри. Знаешь, это могло бы сдержать его ненадолго. Возможно. Его день настал, приятель. Он на грани чуда. Любовь, казавшаяся такой далекой, на самом же деле близка. Ты находишься на грани чуда. Оставайся рядом. Ты находишься на грани чуда. Просто жди и поверь. Открой глаза и смотри. Ты на грани чуда. Что это? Новая песня? Да, это что-то новое, то, чему я раньше не придавал значения. И пока я не могу выразить свои чувства. Мне нравится. Здорово. А мне нравится быть в дороге. Мне много чего не нравится, но вот это я особенно люблю. Ехать с тобой по широкой дороге, смотреть в небо — это просто потрясающе. Доброе утро, Рич. Брайан? Как прошла поездка? Не начинай. Я же сказал, что собираюсь ехать. Что мне оставалось делать? Ты не можешь уйти. Рич, ты говорил, что это будет одна поездка. Но каждую неделю появляются еще. Дом престарелых, лагерь, маленькая церковь в Мичигане. Ты записываешь альбом, Рич. У тебя нет времени на... Что ты хочешь, чтобы я делал? Я хочу, чтобы ты был в офисе. Сядь. Мне и так удобно. Ему и так удобно. Не так у тебя все и хорошо, как ты думаешь, Рич. Все твои речи во время концертов, короче, с ними надо завязывать. Люди платят за твои песни, а не твои монологи. Ты это понимаешь, нет? Нет! Ты выступаешь, чтобы завести поклонников, а не врагов. Вот оно, что получается, когда ты честен с религиозными людьми. Знаешь, эти самые верующие оплачивают твои счета, но они не будут покупать твои альбомы, если ты будешь злить их. Мы закончили. Нет. Мы готовим к выходу новый альбом, но предыдущий до сих пор не окупился. Ты понимаешь? Нет? Я думал, его раскупают. Не так, как мы надеялись. Чего ты хочешь от меня? Твой контракт зависит от этого альбома, Рич. Если он не будет продаваться, все кончено. Думаешь, меня это волнует? Вижу, что нет. Это неуважение. Неуважение ко мне, к нашей студии, и что гораздо важнее, Рич, это неуважение к Богу, который дал тебе этот талант и эту возможность.
Считаешь себя праведником, да? Пытаешься бросить все из-за своих мыслей о святости. Хочешь знать, что я думаю? Чего ты ухмыляешься? Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты боишься. Сроки поджимают, Рич. У Бога есть огромное терпение. На студии такого нет. Не смей показывать мне пренебрежение. Чего ты хочешь от меня? Что это? Рич Малонс подстригает наш газон. Милый. Да? С чего это он взялся за наш газон? Чтобы извиниться. Наш Бог — это потрясающий Бог. Он правит нами с небес. Мудро, справедливо и с любовью. Наш Бог — это самый лучший Бог. 1988 год. Тебя крутят по радио! Знаю. Я знала, что ты особенный. Шевелитесь! Да подумаешь, немного опоздаем. Я хочу побыть с вами. Видишь это? Это круто, дружище. Как Моррис? Он на пенсии и живет в Уичите. Съезди к нему. Будешь зависать с ним, сколько влезет. Было бы круто, да. У тебя все нормально? Нет. Что стряслось? Я много пил. Ненавижу себя за это. Не стоит. Пить? Ненавидеть себя. Хотя, знаешь, с выпивкой тоже лучше завязывай. Да. Его крутят на нескольких радиостанциях! Ребят, давайте уже быстрее. Дружище, не верится, что ты так долго держал все в тайне. Мог бы стать популярнее еще год назад. Ты не думай, я очень волнуюсь. Не уверен, что быстро справлюсь с собой. У нас впереди долгая дорога. Вперед! Мы на месте. Интересно, много ли будет народу? Думаю, много. Что? Не потеряй голову, дружище. О, ребята! Без билетов вы не пройдете. Я Рич. Да мне плевать, кто ты, покупай билет. Нет, он певец. Без проблем, проходите. Спасибо, мужик. Эй, ты задел меня. Ну давай, покажи себя. Ты задел мои чувства. Леди и джентльмены, поприветствуйте Рича Малонса.
Теперь ты знаменитость. Всем привет, я Рич Маллинс. Ну что, давайте начнем? Наш Бог — это самый лучший Бог. Он правит нами с небес, мудро, справедливо и с любовью. Наш Бог — это самый лучший Бог. Он правит нами с небес, мудро, справедливо и с любовью. Наш Бог — самый лучший Бог. Знаете, я все больше прихожу к выводу о том, что отождествлять себя с Иисусом, который для меня Спаситель и Господь, это значит отождествлять себя с бедняками. Быть христианином совсем не значит найти для себя спокойное место, где можно прожить всю жизнь с идеальной женой, идеальными детьми в своем идеальном домике, без геев и прочих меньшинств. Быть христианином значит научиться любить, как любил Иисус. А Иисус любил бедняков. И Иисус любил разных. Я знал, что не все оценят то, что я сказал, но меня это не волновало. Когда песня «Всемогущий Бог» появилась на христианском радио в 1988 году, она стала хитом номер один. По крайней мере, мне так сказали. Концертные площадки стали шире. Слушатели еще больше. Мэтт и Брайан перестали придираться ко мне. Но по большому счету, слава, деньги, внимание публики мало чего значило для меня. И я довольно быстро устал от всего этого. Жизнь в дороге не прошла даром. И стало совершенно очевидно, что мне нужны перемены. Так, все, он идет. Да, вот и он, герой дня. Готов поспорить, ты думал, что этот день не придет. Я надеялся, что он не придет. У нас отличные новости. Мы продали все билеты на полгода вперед. Конец гастролям по церквям и лагерям. Ты больше не будешь на разогреве, Рич. Отныне весь город рвется к тебе на разогрев. И не только. Ты, наконец, поедешь в настоящий тур. Да, ты вырос, Рич. Все изменилось. Да. Я переезжаю в Уичито. Смешно, Рич. Я серьезно. Я переезжаю в Уичито. Но ты, наконец, на вершине. Уехать сейчас значит все потерять. Не уверен, что меня это вообще волнует. Я же знаю тебя. Ты любишь новые игрушки. Я тебя же на новом мотоцикле видел. Рич, перестань. Знаешь, в чем проблема? Я не видел себя на новом мотоцикле. Вот, можете забрать себе. Он мне не нужен. Рич! Рич! Ты знаешь, какие люди ничего не хотят и никого не боятся? Какие? What? Опасные. Рич? Рич? Чем могу помочь? Я Джастин. Боже правый, рад тебя видеть, пацан. Сколько воды утекло. Ты помнишь меня? Да, прекрасно помню. Надеюсь, ты не против, что я... Конечно, нет. По правде говоря, ты застал меня в самое неподходящее время. Я собрался свалить отсюда. Но если тебе негде переночевать, дом твой. Куда ты поедешь? Вообще-то я переезжаю в Уичито. А ты что делаешь в Нэшвилле? Ищу работу.
Знаешь что? Нужна хреновая работа? Ай да ко мне в группу. Серьезно? Да, почему нет? Ты возьмешь меня играть в группе? Да! Круто! Заходи! Можешь приступать к своей хреновой работе. Утащи это в джип. Справишься? Когда Джастин постучался в мою дверь, оказалось, он был так же сломлен, как и я. Мы с ним вообще во многом были похожи. Нас устраивало все. Арон Копланд и путешествия, плохие отношения с отцами, жирная еда в придорожных кафе и безвкусный кофе в мотеле. Одним словом, продолжать можно до бесконечности. И что важнее всего, так здорово путешествовать с другом, то есть ты хочешь быть как Святой Франк? Не обязательно быть как Святой Франк. Надо просто подражать Иисусу, стараться быть как Он. И как ты себе это представляешь? Я, например, не безгрешен. Не надо быть идеальным. Вспомни святого Франка. Он давал обеты. Обет безбрачия, обет бедности, обет послушания. Вот что мы упускаем. К этому я и стремлюсь. Я хочу начать жить на средний оклад американца. Сколько бы ни получал средний рабочий. Сказал тот, кто зарабатывает миллионы. И что? Деньги разрушают людей. Деньги не могут разрушать людей. А меня вот они разрушают. Вы переехали в Уичито, штат Канзас, чтобы вернуться в колледж при университете дружбы и, как я понимаю, вы решили получить музыкальное образование. Нет, то есть, да. Да, я хотел получить образование. Я хотел учить детей музыке, но истинной причиной моего переезда в Уичито был Моррис. Я думал, что если я побуду с ним, то пойму, куда двигаться дальше. Если честно, я считал, что наконец-то обрел дом, который очень долгое время искал. Как жизнь, дружище? Я Рич. Привет, я Мич. Рад знакомству. Хорошая гитара. Да? Спасибо. Я только учусь играть. Клево. Это класс Джеймса Брайана Смита? Да. Ты что ли прогулял на прошлой неделе? Да, пришлось. Я бездельничал. Вообще-то я был в Ирландии. В Ирландии круто, так что я не совсем бездельничал, если честно. Ты навещал друзей или родных? Нет, я снимал свой клип. Это не так круто, как кажется. Здравствуйте. Рад всех видеть на занятии. Я могу вам помочь? Ваш предмет введения в религию? Да. Как вас зовут? У вас студенческий есть? Меня зовут Рич Малланс. А насчет студенческого не уверен. Тот самый Рич Малланс? Всемогущий Бог. У меня есть и другие песни. Так, и вы пришли на занятия? Да. Зачем? Я надеялся, вы нам об этом расскажете. Ладно, извините. Рад, что вы с нами, Рич. Итак, доставайте учебники. Начнем с православия Честертона. Доброе утро. Еще какое доброе. Barely. Ты впервые встал рано, приятель. Молодец. Смешно. Джастин проснулся? Я не вижу его возле кофейника. Так что он спит, наверное. Сэм звонил. Да? Привет передал? Да. Он до сих пор ходит с бородой? Нет, он сел на диету. Ты еще не звонил отцу? А зачем, Моррис? Не знаю, какая кошка пробежала между вами, но если ты можешь поговорить с отцом, позвони ему. За эти 3 месяца ты был мне больше отцом, чем он за всю жизнь. Да, но я не твой отец. Я твой друг.
И как друг говорю тебе, позвони отцу. Моррис, что такое? Моррис! Эй, Моррис! Скажи что-нибудь, друг, скажи, Моррис! На помощь, Моррис! Эй, давай, давай, Джастин, Дорис! Вызовите скорую! Боже мой, не покидай меня! Не покидай меня! Не покидай меня! Моррис, не покидай меня! Помогите! Извините, извините, все нормально. Извините, все нормально, все нормально, извините. Все нормально, Рич? Сэм! Ты надрался? Я не хочу, чтобы все знали. Все даже видят. Выйдем на улицу. Послушай, приятель, ты должен понять, в моей семье не ходят трезвыми на похороны. Сэм, мне жаль. Он был мне как отец. Он не был твоим отцом. Он был моим. Хочешь врезать мне, да? Нет. Ну, наверное, нет. Но если бы я врезал, это было бы заслуженно. Да, заслуженно. Еще как. И что теперь? Я тоже об этом думал. Останешься в Уичите? Знаешь, я покинул Нэшвилл, чтобы повидаться с твоим отцом. Молодец, Ричард. Так что будешь теперь делать? Я не знаю. Окажись другой на твоем месте. Что бы ты ему посоветовал? Я думаю, ты знаешь ответ. Я бы отправил его за ответом в воскресную школу. И что в этом плохого? Мой отец был учителем в воскресной школе 20 лет. Если я что-то и узнал от него, так это то, что иногда воскресная школа дает правильные ответы. Какие? Бог любит тебя, даже если ты этого не чувствуешь, но... Именно.
Но я никак не могу понять. Даже если я это знаю, я просто не ощущаю этого. Итак, что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Я подавлен. Я чувствую себя нормально только в том случае, если не кривлю душой. Что ж, думаю, это хорошее начало. Ты знаешь, что у нас будет все хорошо? У нас будет все хорошо. Я надеюсь. Смерть Морриса опустошила меня. И вот я снова стою на перекрестках своей жизни. Я уехал в Уичито, чтобы найти себя, чтобы избавиться от чувства потерянности. Я снова начал путешествовать с Джастином, сам не зная, куда направляюсь. 1991 год. Рич! Hey, Rich. Где ты пропадал? Я принес нам поесть. Больше не уходи, не сказав, куда идешь, ладно? Ладно, все нормально? Я просто... Не оправдывайся. Просто если уходишь куда-нибудь, говори, куда идешь, ладно? Или бери меня с собой. Ладно, но... Блин. Можно я кое-что послушаю? Что именно? Проповедь. Читает Брэннон Мэннин. Ты же знаешь, я не слушаю проповеди. Всего 10 минут. Когда мне было 33 года, Иисус настиг меня в маленькой церкви в горах Западной Пенсильвании. И с тех пор я провел тысячи часов молясь и размышляя в тишине и уединении. Теперь я абсолютно убежден, что в судный день Господь наш Иисус задаст один единственный вопрос. Верил ли ты, что я любил тебя? Что я верил в тебя? Что я вел тебя день за днем? Что я хотел услышать твой голос? Истинные верующие ответят так. «Я верил в твою любовь. Я пытался прожить жизнь так, чтобы обо мне могли вспомнить. Но среди нас много и тех, кто, являясь членом общества, посещая церковные службы, даст такой ответ. Если честно, то нет, сэр. Я никогда не верил в это. И в этом разница между истинными верующими и теми, кто называют себя христианами. Их сейчас очень много во всем мире. Нельзя оценивать верующих по глубине и силе любви к Богу. С другой стороны, нельзя оценивать верующих по степени уныния, нашего пессимизма, нашей низкой самооценки, нашей ненависти к себе и отчаянию, которые преграждают Божий путь к нам. Теперь понимаете, почему так важно осознать эти простые истины нашей веры? Ибо только вы будете соответствовать вашему представлению о Боге. Каждый представляет Бога по-своему. Его образ может быть требовательным или жестоким, необъективным или справедливым, бессердечным и непреклонным, как и мы сами. Я побывал в церквах в Бангоре, в Мэне, в Майами, в Сиэтле, в Сан-Диего, в Сан-Люисе, и клянусь Богом, христиан, которых я увидел, было не так уж и мало. Ибо Бог — это не просто Божье Слово. Бог открывает себя немногим, клянусь Иисусом, который однажды придет к тебе и скажет, «У меня для тебя кое-что есть. Я знаю историю всей твоей жизни. Я знаю все скелеты в твоем шкафу. Я знаю все случаи, когда ты грешил, был опозорен и непорядочен. И ослабевшую любовь, которая омрачила твое прошлое. Я знаю о твоей угасшей вере и о неправедной жизни. О твоем непостоянном следовании за Христом. И вот тебе мое слово.
Будь уверен, я все равно люблю тебя таким, какой ты есть. Just as you are. А не таким, каким ты должен быть. Ибо мы все не такие, какими должны быть. Эй, что такое? Что с тобой? Рич! 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 Знаете, Бреннан, я впервые побывал в церкви, когда мне было меньше недели. Я по пальцам могу посчитать, сколько раз я слышал такое простое толкование Евангелия. Я мало чего люблю больше пива. Например, пломбир с шоколадом люблю. Пиво, да? Beer, huh? Да, я лечусь от алкоголизма. Уже полгода хожу на собрания анонимных алкоголиков. Я был в завязке и развязке чаще, чем можно представить. Гораздо чаще, чем может припомнить мой пропитый висками мозг. А вы честны? И ты попробуй. Это освежает. Бреннан, я не знаю, есть ли у меня еще друзья. Как ты думаешь, ты свободен сейчас? В каком смысле свободен? Свободный человек так бы не спросил. Я не свободен. Я чувствую себя неудачником. Своей музыкой. Я хочу вселить в людей надежду. Люди же хотят видеть во мне идеал. Бреннан. Я всегда... борюсь с этой тьмой, которая окружает меня. Все мы ведем одну и ту же борьбу. Знаете, мне понравилось, как вы сказали. Бог любит нас такими, какие мы есть. Ибо все мы не такие, какими должны быть. Да, в этом и заключается суть Евангелия оборванца. Что это? Оборванцы — это жалкое количество спасенных грешников. Их довольно мало. Они слабы и бессильны перед Господом. Каждый бродяга знает, что он всего лишь попрошайка на пороге Господа. Бреннан. Бреннан. Я бродяга. Понимаю тебя. И я такой же. И как бродяга бродяги. Ты не осудишь меня, если я закажу еще одну порцию мороженого? Следующая песня — это мой вклад в сборник песен «Бродяг». Взявшись с Господом за руки, раздвинем воды морские. Но достаточно единожды солгать, чтобы разлучить нас с тобой. Мы не так сильны, как думаем. Однажды Иисус создал солнце, чтобы все осветить. Но я не могу выбросить тебя из головы, проезжая мимо. Мы не так сильны, как думаем. Мы хрупкие, мы ужасны и удивительны. Кипим в костре людских страстей, задыхаемся в дыму самолюбия. Между нашим раем и адом
несколько дюймов. Потому что мы ничтожно малы и велики. Мы не так сильны, как думаем. Спасибо. Знаете, вы все стали сильнее в своей вере. И это здорово. Мы как будто перерождаемся, так сказал Иисус Никодиму. Ты спросишь меня, как мне заново родиться? Чтобы войти в Божье Царство, и я отвечу тебе, отдай все, что имеешь, тем, кто нуждается. Ибо Иисус сказал то же самое одному парню. Наверное, Бог потому и наделил нас способностью быть внимательным, чтобы в Библии мы могли выделить для себя то, что нам ближе. Мне кажется, когда мы совершаем поступки, которые портят нам жизнь, мы на самом деле пытаемся найти компромисс между собственным миром и реальностью. И мне кажется, что церковь существует для того, чтобы мы поняли, мы все нуждаемся друг в друге. И почему мы все ходим вокруг церкви с притворными масками на лице? Стараемся казаться идеальными? Это так утомительно. Почему мы так делаем? Я думаю, единственная наша надежда — любовь Бога. Песня, над которой я работал, я хочу ее сыграть, потому что мои родители здесь, если вы позволите. Это касается моей семьи. Мои родители всегда заботились о нас. Нас было семеро, а в машине всего 5 мест. Одна ванная, чтобы мыться и бриться, 6 в очереди, и горячая вода только на 3. Но мы не жаловались. Мы, откровенно говоря, удивлялись, когда мой папа лепил поделки из глины индианы. Моя мама могла приготовить вкусное блюдо из кукурузного хлеба и бобов. Они научили нас помогать и мечтать. Это было здорово, сын. Уэйн, это было замечательно. Твой папа тоже так думает. Он просто не знает, как выразиться. Уэйн, я... Что, пап? Ты знаешь. Спасибо, сынок. Нила, нам надо ехать. Почему бы тебе не пойти и просто с ним не поговорить? Неужели ты не видишь, что он нуждается в тебе? Я не знаю, о чем с ним говорить, Нила. В другой раз.
Алло? 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 Я слушаю. Говорите. Кто это? Отлично, так лучше. Куда это? Туда. Рич, тебе звонят. В церковном офисе. Ясно. Не можешь найти другие молотки? Я снова их куда-то задевал. Рич слушает. Как это? Я же недавно его видел. Папа. Этот мир. Не мой дом. Я лишь прохожу мимо. Своих сокровищ, оставленных где-то за синевой. Я больше не могу чувствовать себя как дома. В этом мире его больше нет. Где ты пропадаешь? Я пил кофе в вестибюле. Я же сказал тебе оставить записку, если пойдешь куда-нибудь. Оставить записку, что я пью кофе, Рич? Зачем ты нужен, если в нужный момент тебя нет рядом? Я думал, ты... Я твой друг, Рич. О чем ты говоришь? Да что с тобой, сын? Каково это быть одиноким? Тебе точно нравится знаменитость? Ты решил, что заслужил этот успех? Рич! Мы опоздаем к Бреннану. Рич! Рич!
Если ты не стыдишься быть бродягой, будь им. Это словно быть искренним и честным. Как ребенок, ты открыт перед Отцом нашим Господом, и тебе незачем притворяться, потому что Бог тебя любит. Сколько раз еще повторить, что не надо ее дергать? Ты сломаешь ее так же, как сломал трактор. Ты нахрен все здесь переломаешь? На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. Ты меня понял? Да, сэр. Не трогай это. Я собираюсь спеть песню, которую я написал довольно давно, но теперь она мне близка. Это песня наподобие молитвы. И поймите меня правильно, я играю ее больше для себя, нежели на публику. Иногда моя жизнь напрочь лишена смысла. На фоне таких высоких гор моя вера кажется крошечной. Так поддержи меня, Иисус, ибо я дрожу, как осиновый лист. Ты был королем моей славы. Будь же повелителем мира моего. Я просыпаюсь по ночам и ощущаю темень. В моей душе горит пожар. Клянусь, все мое сердце в нарывах. Так поддержи меня, Иисус, ибо я дрожу, как осиновый лист. Ты был королем моей славы, так стань же повелителем моей души. Сдаваться не в моей привычке. Когда ты посылаешь мне исполнение моих желаний, я буду бороться за то, что действительно мне нужно. Я столько раз бился головой о стены, и вот я падаю, опускаюсь на колени. И слышу, как армия спасения играет свой гимн. Молитва проникает настолько глубоко, что мое сердце ослабевает. Так поддержи меня, Иисус, ибо я дрожу, как осиновый лист. Ты был королем моей славы. Так стань же повелителем моей души, моего мира.
Подождите, я звоню в студию. Входите. Алло? Привет, Брайан. Послушай, мне тут одна идея пришла в голову. Будем записывать новый альбом. Я напишу 10 песен об Иисусе. Простые, понятные каждому песни. Идея действительно неплоха. Извини, что перебил Рич, но боюсь, это не Брайан. С кем я говорю? Я очень рад твоему звонку. Я Чет Монтгомери, новый директор студии. А что с Брайаном и Мэттом? К сожалению, Мэтт и Брайан больше с нами не работают. Они ушли на новую... Мэтт и Брайан ушли со студии. Да, я в курсе. Я звонил тебе, чтобы сообщить об этом, но ты не отвечал. Рич, о чем будет новый альбом? Почему они ушли и не предупредили меня? Не знаю. Но что в этом такого, Рич? Каждый идет своей дорогой. Своей дорогой? Да, людям это свойственно. Спасибо, что просветил. Что здесь плохого? В самом деле... Да, Джастин, ты видишь проблему? Нет. Прости, что побеспокоил. Я еще хотел сказать, что женюсь. Да это просто... Это отличная новость! Мне даже легче стало. Это здорово! Новый человек в команде нам не повредит. Нет, Рич. Я ухожу. Но как же... Понятно все. Да. Рич. Рич? Это Бреннан. Бреннан. Бродяга. По шкале от 1 до 10. Насколько ты протрезвел? На 11. Есть предложение встретиться. Как насчет сегодня? На языке Иисуса слово, которому он учил последователей, было «Авва». Это значит «папа». Бреннан, у меня не получается думать о Боге, как об отце. У меня тоже. Но в этом смысл христианства. Молюсь тебе, Отче. Принадлежу тебе, Отче. Это как дышать. Я буду жить в хижине по соседству. Оставайся здесь. Первая ночь будет самой трудной. Что ты хочешь заставить меня сделать? Я хочу, чтобы ты написал себе письмо от Джона. Бреннан, мой отец не из тех, кто выставлял свои чувства на показ. Не уверен, что смогу это сделать. Ты вроде бы говорил, что отец тебя любит. Просто он не говорил об этом. Так предоставь ему такую возможность. Отче, 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 позволь моему брату ощутить твою любовь. Хватит уже дурака валять. Да что с тобой, сын? Ты нахрен все переломаешь здесь? Два сына, две дочери. И ты. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Ты понял, как тебе это только в голову-то пришло?
Читай, что тут написано? Если я говорю «делай», ты будешь делать. Ты понял? Я просто не понимаю, почему ты рушишь все, за что берешься? Не бойся, сын. Уэйн. Уэйн, сынок. Ты же знаешь, я не хотел, сын. Если я не буду строг к тебе, ты ничему не научишься. Ну как? Все нормально? Идем. Пора, бродяга. Дорогой Уэйн, мне много чего нужно тебе сказать. Быть бедным не стыдно, это просто неудобно. Я ценил тебя. Это то, о чем ты не знал. Я не знал, как мне быть с тобой ласковым. Я считал, что это выражение слабости. Мне проще разбираться в машинах, чем проявить доброту. Я не понимал, что проявить доброту – это мужество. Я даже не могу припомнить, когда ты бегал веселым или просто с улыбкой на лице. А ты? Да какая вообще разница? Я здесь в окружении нескольких отцов, которые причинили боль своим сыновьям. Авраам причинил боль Исааку, Давид – Авесалому. Господь Вседержитель причинил боль своему сыну, и Иисусу. Когда любишь, порой причиняешь боль. Такова жизнь. Страсть, боль. Не смогут разрушить твою жизнь, если ты не позволишь. Выбор за тобой. Не бойся своей боли, сын. Я говорю не потому, что ты боишься. Наоборот, я убежден, что ты не будешь избегать ее. Но все равно... Не бойся. 21 октября 1955 года я написал. Я очень горжусь Ричардом. Даже когда я на небесах, ты можешь спросить меня о чем угодно. Я буду гордиться тобой и поддерживать тебя всю твою жизнь. Я люблю тебя, сынок. Твой папа. Как ты себя чувствуешь, младший брат? Свободным. А чем занимаются свободные люди? Я хочу жить в резервации среди индейцев. Я поеду именно туда. Хочу быть с теми детьми. Тогда дерзай. Ты можешь им оказаться полезным. Думаю, мне это больше пойдет на пользу. Что дальше, Брэннон? Дальше я хочу, чтобы ты написал себе письмо от Господа. Мне это не нужно. Почему? Я знаю, что бы он сказал. Меня всегда забавляет, когда люди хотят впечатлить Господа, несмотря на то, что мы не должны впечатлять Его. Он Отец наш Небесный.
Пикассо однажды сказал то, что мне понравилось. Он сказал, что хороший вкус – враг искусства. По-моему, это верно, ибо хороший вкус нужно прививать и воспитывать, всячески развивать и облагораживать. А от искусства требуется только гуманность. В детстве я был типичным угнетенным ребенком. Люди всегда подходили ко мне и говорили: «Не унывай, Господь любит тебя». А я отвечал: «Подумаешь, Господь любит всех. Это не означает, что я особенный, а доказывает то, что у Бога нет вкуса. И вряд ли когда-то он был. И слава Богу!» Я думаю, что Господь взял... Он произвольно взял беспорядочность и уродство нашей жизни и создал величайший шедевр искусства — наш мир. Если ты образован и чист мыслями, как большинство христиан, он был бы бесполезен для христианства. Но Бог любит всех. И надеюсь, однажды тебе выпадет шанс понять это. А если этого так и не произошло, позволь предупредить тебя. Либо держись изо всех сил, либо пусти все на самотек. Возможно, это будет правильно. Божья милость безгранична. Но я не могу ее отыскать в себе. Но помни, двери ада всегда открыты. Чтобы растопить лед наших сердец, Бог поддерживает желание быть счастливым, когда ты приуныл. И даже когда ты разгневан, вот что мы зовем Божьей милостью. Сейчас я не вижу ангелов, но слышу песни солдат. Любовь вокруг них, как знамя. Она двигает их вперед, в битве за себя. И это никогда не кончается. Бог всегда рядом. И Его любовь безгранична. Божья милость есть. Радость и скорбь, как прилив и отлив океана. Но помни, что и двери ада не закроются. В мире испытаний и вознесений, брошенный вниз и вознесенный, даже в период раздражения. Мы ощущаем Божью милость. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям напоследок? Люди могут судить вас. Люди могут порицать вас. Понимаете, дело в том, что для некоторых людей это именно то, чего они ищут. Я же лучше выберу жизнь на грани падения и доверю свою жизнь Господу, полагаясь на Его милосердие.
чем буду жить в неком подобии иллюзии морального превосходства. Я бы сказал, выйди из рамок привычного, проживи хорошую, достойную жизнь. Но обещаю, с вами обойдутся очень жестоко. Но через некоторое время, после того, как вы умрете, о вас рано или поздно забудут. Неважно, сколько у тебя шрамов. Главное, как ты прожил свою жизнь. Абсолютно каждый из нас. Все мы в конце концов умрем. Это не наша вина. Это наша судьба. Господь, я пришел к Тебе. Прошу только Твоей милости. Ты знаешь, через что я прошел. Все пустые мечты, за которыми я гнался. Ложь, которая окутала мою душу и разрушает меня. 19 сентября 1997 года около полуночи джип Рича Малланса попал в аварию возле города Пеория, штат Иллинойс. Причина аварии неизвестна. Рич написал музыку для сборника альбома Иисуса. За неделю до смерти он сел за старое пианино в заброшенной церкви и записал все песни на кассеты. Близким людям он рассказал, что альбом Иисуса станет самым важным его альбомом. И хотя он заработал много денег, бухгалтер по его просьбе выдавал ему ежемесячное пособие в размере среднего заработка. Остальное он отдавал в церковь на пожертвования. Рич никогда не знал точную сумму, которую он заработал. Памяти Нивы и Деборы Малланс. Знаете, у ирландцев есть примета боязнь моря. Однако они все равно выходят в море и возвращаются обратно. У них есть оберег в виде яркого шерстяного свитера, на котором много разных узоров, линий и прочего. Они надевают свитер, на котором каждый из этих узоров символичен. Их вышивают женщины, жены, матери. И вы знаете, если это срабатывало, то их мужья возвращались целыми и невредимыми. Но если они оказывались за бортом, то поскольку рыба не питается шерстью, они могли увидеть друг друга по этому свитеру. Я думаю, что это просто очаровательная история. Меня пугает, когда вы, парни, так возносите христианскую музыку, особенно современную. Я знаю многих из вас, и я хочу сказать, что мы не знаем истоков всего. Не то чтобы я призываю вас покупать свои альбомы или приходить на наши концерты.
Но вы должны воспринимать мои выступления как эстрадные представления. Если вы ищете религиозную пищу для ума, то идите в церковь. Там о вас позаботятся. И там не нужно покупать билет. Мы спасены не потому, что мы хорошие. Мы спасены, потому что мы любимы. Никогда не забывайте, что Иисус сделал для нас. Отнеситесь серьезно к тому, чем Он пожертвовал. И никогда не допускайте мысли, что если Он отдал свою жизнь, то вам нужно поступить так же. Если вас выбросят на какой-нибудь берег, и вы будете изуродованы до неузнаваемости, ангелы слетятся посмотреть на вас и скажут: «Что это? Мы даже не уверены, человек ли это?» Но Иисус скажет: «Нет, это человек. Я точно знаю». Тогда его спросят: «Иисус, как ты это узнал?» А он ответит: «Видите свитер, который он надел?» Для вас озвучил индивидуалист.рф, переводчики фильма Олеся Лисичникова, Динара Мамбетова и Егор Колодин, редактор индивидуалист, видеорип Скоробей.орг. Feel that now, just feel alive.